Но очень важно осознавать наличие у себя соответствующих эмоций. Значит, если человек, который испытывает гнев, не понимает, что он в этот момент находится в состоянии гнева, то он вот этот создает нервно-психическое напряжение в хроническом виде. То есть если человек осознает гнев, то он вынужден с ним что-то делать. То есть он начинает себя целенаправленно успокаивать, переключает свой гнев на кого-то другого. Но если вот то, что называется эмоциональным интеллектом, да, способность понимать собственные эмоции, способность понимать эмоции другого человека. Но если это связано вот с невыраженным физическим таким напряжением, так может быть понапрягаться? У вас вот в вашей прекрасной книге «Счастлив по собственному желанию» как раз-таки вот эти техники и приведены. По-моему, очень классные на самом деле. Хочется напрягаться, понапрягался, хоп, расслабился. Расскажите про них, пожалуйста. Действительно, это очень эффективная техника профилактики собственного вот, нервно-психического напряжения. Вот, там задача, конечно, не напрячься, а именно расслабиться. Вот, и техники соответствующие предполагают вот, специальное, намеренное, избыточное напряжение разных групп мышц, вот, после чего возникает спонтанное их расслабление. И мы действительно в своей жизни постоянно накапливаем вот эти внутренние мышечные такие блоки. Как снимать физическое напряжение? Чтобы полноценно расслабиться, необходимо сначала сбросить мышечное напряжение. А для этого сперва напрячь все группы мышц. Для этого примите следующее положение. Руки. Сожмите пальцы в кулак. Согните кисти в лучезапястном суставе. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Согните их в локтях. Нахмурьте брови. Глаза зажмурьте и сведите к центру. Наморщите нос. Пытайтесь наклонить голову вперед, но мысленно представляйте противодействие. Ваша голова словно бы упирается в непреодолимое препятствие. Втяните живот. Сделайте его плоским. Сядьте на жесткую поверхность одними ягодицами так, чтобы бедра ее не касались. Покачайтесь на напряженных ягодицах. Одновременно с напряжением брюшного пресса и ягодиц втяните промежность в себя. Из положения сидя вытяните ноги вперед под прямым углом. Подайте стопы на себя и чуть-чуть к центру. Согните пальцы стоп. Теперь в этом положении создайте максимальное напряжение. Мысленно считайте до 10, концентрируясь не на счете, а на напряжении. На счет 10 резко расслабьтесь. Откиньтесь назад и сделайте глубокий, спокойный выдох. Повторять не менее 70 раз в день до тех пор, пока вы не научитесь произвольно, быстро и полноценно расслабляться без предварительного напряжения.